Послушали музыку и хватит. Это канал Indie Games Channel, я Денаргон, и это очередной клон Майнкрафт под названием Killcraft 2. Те, кто не видели первую часть, идем на канал Indie Games Channel, находим плейлист клона Майнкрафт, где огромное количество клонов, в том числе и игра Killcraft. Когда я запустил эту игру, отличий пока что ноль. Тут даже профиль такой же, как и в первой части. Меню такое же. Единственное, это заставка заднего плана, где зомби вылазит из какой-то клоаки непонятной. Для меня это остается загадкой. Пока что это только версия, альфа-версия 1.2.3. Но если не плюс, игра русифицирована. За это спасибо большое пользователю Гамак ST. Специально для сайта smallgames.info. Большое спасибо. Идем в помощь, дабы вы поняли, что будет происходить на экране, с чем им придется столкнуться. Цель является убить всех зомби. Волна пройдена, когда все зомби мертвы. Вы зарабатываете деньги от каждого убитого зомби. Есть 4 вида особых волн, бла-бла-бла. Они появляются каждую третью волну. Особая волна всегда содержит главаря, который умеет стрелять. Есть 4 особых зомби. Гигант, злой мутант и газовые зомби. Наверное, будет моим самым любимым зомби. Управление понятно. Q — открыть инвентарь. Так, E — это взять предмет. X — необходимо нажать X, чтобы включить вид от третьего лица. При этом игрок не сможет двигаться. Наплевать. И F — чтобы выпустить газ. Hello, Cartman. Ну да ладно. Escape — чтобы открыть меню. Да, тут управление точно такое же, как и в первой части. Единственное, я не могу вспомнить, был ли в первой части крафт или нет. Вот для меня это пока остается загадкой. Но я как бы освежу немножко свою память, вспомню, что мне будет делать. Я дальше третьей волны не проходил. Меня всегда мочил какой-нибудь такой зомби дурацкий. Зато я понял, что здесь нужно выбрать класс. От класса зависит многое. Но тут, как оказалось, во-первых, это безглазый мой скин. Класс пока что, я так понял, какой у меня нету. Профессии тоже ноль. То есть вопрос. Рун у меня нету. Скины, зато есть скинчики. Скинчики, да. Всякие разные. Кому это приспичит, можете купить. Эффектов нету. Имя менять, нафига мне это надо. Мультиплеер мы опускаем, как и в первой части. Приступим к одиночной игре и посмотрим, что же изменилось и изменилось ли вообще что-либо. Вот мы с вами и в самой игре. Мне почему-то с самого начала отнимается энергия. Я вообще не понял, нахрена мне нужна энергия. То есть как бы там не было сказано вообще ни про какую энергию. Надписи те же самые, что и вкладки помощь. То есть, ну, возьмем объект какой-нибудь. Откроем инвентарь. Энергия. Нахрена мне энергия, я пока не понимаю, честно. Я, видно, буду мочить зомби просто-напросто голыми руками, как и поначалу в первой части. Денежек у меня тоже нету. Ладно, мы с вами... Да, я двигаться не могу. Ну ладно, это не суть. Нажмем R. Сейчас полезут зомби. О, полезли мои любимчики. Иди ко мне. Ух ты ж, блин. Чё, один что ли? А, не ляньте. Идут. Они заплутали. Бедные несчастные фермера. У них у всех такой интеллект. Мне лично придется подходить к каждому его бить. Ой-ой-ой-ой, ребят. Я думаю, что у них с лицами? Почему? По первой части были нормальные лица, как бы, там были видны и глаза, и рот, и нос, там все подряд. 4 зомби. Мне как бы наплевать, сколько я убил зомби, мне больше показали бы, сколько осталось зомби. Это более интересная информация лично для меня. То есть, сколько там осталось до... А, это показано, сколько осталось. Окей. Беру свои слова обратно. Нет, ребят, стоп. Не надо мне снова давать новую волну. Сейчас я передохну. Что такое энергия? Кто мне скажет? Я не понимаю, как мне это... Так, ладно.
Ку. Я хочу магазин. Я имею $38. Странно. Я могу купить дерево. Я буду их бить палкой. Нет, нет, нет. Что это такое? Понятия не имею. Это... Ладно. Мы это пропустили. Крафтить пока... Не, знаете, что я вспомнил? Стоп. Там обычно от зомби что-нибудь оставалось. Какая-то вкусняшка. Будь то аптечка или... Какая-нибудь там... О! Я уже сказал. Дощечка. Не, мне нельзя дощечку взять. Я бы их спокойно бил бы дощечкой и радовался жизни. Но видать, что нельзя. Ладно, давайте... Я вот, у меня такое чувство, что если когда энергия закончится, я сдохну. Ну, ладно. Была не была, вторая волна пошла. Дебилоиды, вы где? Ух, ёпта, рысы, ты иди отсюда. Ух, да иди ты. Откуда вы взялись? 11 штук. Так, давайте сзади. Ну, сзади по-любому один есть. А ты... Что? Что? Что происходит? Он через меня прошел. Ребят. Ребят, по одному. Фух. Карта стала больше. По сравнению с первой частью. Теперь заблудиться стало гораздо сложнее. То есть легче. Во-первых, первая часть была там очень маленькая карта. Скорее была так называемая... Вот что он творит, а? О, Леон, пришел, молодец. И там еще один тупит просто конкретно. Чувак, иди сюда. Иди ко мне, дорогой. Боже мой. Меня сейчас вырвет. Если он ко мне не придет. Он, походу, катается на американских горках. Или по серпантину катается, я не знаю. Иди ко мне, идиот. Это первая игра, где нужно подходить к зомби, чтобы его убить. Иди ко мне, иди ко мне. Слава тебе, Господня. Так, они были все здесь. Что-то я ничего не вижу. Где вкусняшка? Вкусняшка где? Я не вижу вкусняшки. Я не вижу вкусняшки. Вкусняшки нету. Сволочи. Я хочу газового зомби. Честно-честно, я хочу газового зомби. А, не, стоп. Нажать букву F, чтобы выпустить газ. Вы звук слышали? Ты еще, значит, я реально пукаю? Теперь я знаю, кто делал новую игру про South Park. Кстати, хорошая игра. Но пока не про это, мы не про это сейчас говорим. Я не понимаю, где вкусняшка, и пока просто осматриваю карту. Вдруг мне придется убегать. Что это? Я нажал случайно Tab. Что такое энергия, ребята? Ну, кто-нибудь там... Давайте все-таки съедим что-нибудь. Что это у нас? Это здоровье. Выкинуть. Ну, разумеется, я хочу это выкинуть. Ну, давайте использовать. Мани. Использовать. Хрен его знает. Ладно. Кирка. Ага... Тара-па-па-пам-пам-пам-пам. Нет, я хочу купить что-нибудь. Так, топор. Покупаю топор. Потому что в прошлый раз я не купил ни черта, и в итоге взять. За это поплатился. У меня такое ощущение, что первая часть была даже получше. В плане анимации, действий. Понимаете, дерево нашел. И только я не понял, как... Ну ладно. Не вдаемся в подробности. Третья волна, по идее, волна с каким-то боссом. И девы. Я одного видел. Вот этот красавчик идет. Ух, ё, кровища-то сколько. 15 зомби осталось. Пойду сейчас их искать. Па-ла-па-ра-па-пам-пам-пам-пам-пам. Ко мне, идем ко мне, господи, идите ко мне.
Да я... Яньте, дебилизм. О, у меня красавчик идет сзади. Задний план, смотрим. Почему у меня 100 энергии? То есть 100 жизней. Меня вроде бьют. Мне пришлось прервать игру, там меня позвали по делам. И заметьте, я поставил игру на паузу, то есть нажал Escape. Автоматически это означает пауза, но у меня уже меньше 1000 энергии. Это очень круто, я думаю, да. Шикарная затея. Просто нет слов. Я не знаю, давайте что-нибудь купим для энергии. Что я прям ел, пил, я уж не помню. А вы можете пояснять, что это такое? Пластик, нахрена мне пластик, мне надо способности недоступны. Что мне надо съесть, чтобы поднять энергию? Так, я сейчас вспомню. Секунду, мой инвентарь. Какая-то баночка была, по-моему, такая баночка. Сейчас проверим. О, да. А можно что-то побольше. Вот, по-моему, я тоже это дело покупал. Инвентарь. Да. Заполним. Почти 2000. Ну, почти. Инвентарь. Крафт. Что у меня? Ни черта я, походу, не могу сделать. Мне нужен металл, чтобы сделать кирку. Это дрель? Просто игра не разворачивается на весь экран. Я об этом не сказал. Я играю в таком небольшом окошечке. Но вроде бы это дрель. Оу, ты еще есть какое дело. Это я в крафт зашел? А в магазине этого нет? В магазине нету... Хотите, чтобы я скрафтил автомат Калашникова? Нет, стоп. Где я был? Во, да, крафт. Скрафтить автомат или ножик. Логично. Барьеры я могу ставить. А, ну это понимаю, такие всякие способности. Барьерный, это что такое? Контейнер. И я ни черта, что происходит? Ладно, давайте. У меня сейчас 60. Это здоровье у меня полностью. Пока я не сдох. Запускаем новую волну. Волна номер 4. О, у меня лезет тварь. 19 зомби. Куда они убегают? Я уже на них иду. Господи, меня тут так и вырвет. Ой-ой-ой, иди ко мне, иди ко мне. Я уже устал бить топором. Почему я останавливаю ХП? Кто мне это тоже объяснит? В первой части такого не было. Ну, видно, в первой части я умирал от того, что у меня заканчивается здоровье. А во второй части я умираю, потому что у меня закончится скорая энергия. Я это так понимаю. Господи, да не бегай ты так. Ты же зомби. Па-па-па-пам-пам-пам. Зомби идут. Зомби на меня прут. Тур-гур-пум-пум-пум. Два зомби, два дебила, они ходят опять. А почему там снова появился большой зомби? Ну, то есть, как бы... он же появляется каждую третью волну. Это четвертая волна. Эти маленькие еще бегают с ним. Да блин, я тебя... кошмар. Так, я не знаю, где мне искать что-либо вкусненькое.
Или они хоть что-нибудь оставили? Нет, что там он... Там снова, походу, дерево. Нахрена мне столько дерева, и вот это... Тут... Мне не ясно. Дали хоть энергию там, не знаю. Что это такое? Я посмотрю, я понятия не имею, что это черный квадрат. Я только что подобрал. Это где-то мне нужно, что ли? Мне дайте металл, пожалуйста. Я очень хочу металл взять. Энергия, энергия, энергия. Большую баночку купить надо мне. И еще одну. Не понял. Я же купил. Или не купил? Вот, теперь точно купил. Так, ладно. Тут пока мне больше ничего не нужно. Металл купить. А что могу скрафтить? С металл, у меня есть металл. И что дальше? Два металла нужно. Газ. Не знаю, зачем он мне нужен. Я хочу пистолет. Два пластика. А что это у меня? Или биту. Биту. Нет, ребята, я сейчас подкоплю денежек, куплю что-нибудь стоящее. Выходим отсюда. Пятая волна. Мне как-то слишком сильно... О, начинается, ребят. Это называется... Веселуха приближается. Это... Я даже не знаю, по-моему, это замороженные зомби. Отмороженные. Я не вижу прицел. И они опять так же тупо крутятся. Ох, их надо два раза бить. И они еще проходят... Господи, вы выйдите в задницу. 24 зомби. Я вот ждал. Вот иди ко мне. О, давай. За здоровье не переживаю. Я надо даже... Нет, я же так и буду отходить. Но... Сам наш движок Unity. Самый простой движок в мире. Как я считаю. И все равно это дрянь глючит. В отличие от первой части, кстати. Там ничего не глючило. Все отлично шло. Да идите. Гляньте, я не могу убить. 12 зомби. 10, 9, 8. Ну, 7. Ой, господи. 7. Да елки-палки, 6. 4, 3, 2. Сейчас невидимая эта хрень появится. Я там присмотрел, что там есть что-то, какая-то вкусняшка. Один зомби остался. О, это энергия. А, я так потихонечку захожу. Ух, бляха, муха. Чуть не обосрался. Ты охренел, что ли? Ты охренел? А откуда здесь зомби-паук? Ну, то есть, как бы... Я у него что-то не убивается. Ну, может, ты вылезешь из стеночки? Иди ко мне, дорогой. Тоже, походу, где-то по серпантину катается. Ко мне, мой любимчик. Иди, иди ко мне, кроссовчик. Я теперь за тебя спать не буду. Однако, я приму пока баночку вкусняшки этой. Как он медленно ходит. Ты можешь... Постой спокойно, тебя убью и все. Из него ничего... Ух ты.
Опять какая-то невидимая какая-то фигня черная. Так, это энергия. И вроде бы все. Заходим в меню. Так, энергия. Нет, другая фигня какая-то. Не понимаю, куда это мне использовать. Вот это как-то продать можно. Можно только выкинуть, я со злобойством. Но я думаю... Почему в магазине нельзя купить пистолет? Я хочу купить пистолет. Это было самое классное оружие в первой части. Пистолет. С пистонами просто. Я не знаю, с чем он там был. Я вот это бы купил, но я не понимаю, что это. Как это по-английски расшифровывается. Сколько там? Это дрель? А, это же вопрос я поднимал. РПГ. Нет, там пистолет. Для пистолета нужно... У меня вообще ноль. Для пистолета у меня ноль. Два пластика. Пластик, это пластик, да? Два пластика, ладно, я куплю. И что там еще? Пистолет, где? Стил. Я буду копить еще целый год, походу, в этой игре. Энергии нет, я пойду-ка я куплю энергии лучше. Симка еще баночку. А лучше две. Чтобы наверняка. Вот, другое дело. Волна номер... 6. 6, по-моему, волна. Я уже не помню, я сбился. Шестая волна. Иди ко мне. Удачи. О боже мой, 30 зомби. Давайте разберемся пока с большим. Походу тут застрял пока. Почему я прохожу через зомби? Нет, 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 тупые. Называется, сделали большую арену, и теперь они тупят конкретно. Ой, их там уже двое. А в первой части у меня больше были способности всякие. Там надо было турельки ставить. Там суперудары делать. Ой, иди нафиг, меня уже включит все конкретно. Вроде бы автор делал первую часть, он знает, как оптимизировать правильно движок Unity под любой ПК, но нет. Где? Я бью два раза, но попадает только один раз. Потому что первый раз, походу, тропор проходит просто сквозь это существо. Ты зомби-то не назовешь. Вообще, в Африку захотел. Зомби, дремучие зомби. Так, ладно, другой рифм ему подобрать. Чтоб без мата было. Ага, пара па пам 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 27 зомби, я убил только... Гляньте, я не понимаю. Паровозиком иду. Давайте, паровозиком, отлично. Давайте я вот так буду стоять просто. Я вот... Ничего не буду делать. Я просто нажимаю левую клавишу мыши. У меня даже ХП почти не отнимается. Потому что там быстрее восстанавливается, чем у меня отнимают ХП. Единственное, пугает эта энергия. Потому что я не знаю, что такое энергия в этой игре и с чем ее едят. О, ёпарасоте. Куда я зашел? Умри. Так, одного убил. О, боже мой. Главное, до этого они умирали нормально от одного удара. Теперь нет. Зомби вроде бы те же самые. Теперь они умирают значительно медленнее. Я клаву не нажимаю. Ну, немножко нажал подойти поближе, потому что так бы он... Черт знает, когда бы вылез из этого дерева.
О, боже мой, как это нудно. Остался один зомби. Иди ко мне уже быстрее. Это уже стало нудно. Да, по сравнению с первой частью. Лучше бы он... Если бы лучше бы автор дорабатывал бы первую часть и вносил что-нибудь новенькое. Там было дерево. Я точно... Я вообще не знаю. Я уже где-то тут... Камыша каких-то непонятных. Во, дерево я точно видел, да. Деревце моё! Куда ж ты без меня, деревце моё? Так, ладно. О, невидимая черная фигня какая-то. Так, как я вообще шел? А то и тут раскидали всякие вкусняшки по всему, по всей карте. То ищи, собирай. Не, на самом деле очень скучно. Даже по сравнению с первой частью. Поэтому, кто играл первую часть, ну, не знаю, что-то новенького можно найти для себя. У меня две этой фигни. И ни одного металла нету. Но я так понимаю, металл нельзя позаполучить. И мне, как обычно, не везет. А давайте, знаете, давайте что сделаем по-другому. Давайте я подожду, когда закончится моя энергия, и мы узнаем, что же произойдет на самом деле со мной. Такой вот небольшой эксперимент, потому что дальше я играть не хочу. Эта игра меня не зацепила. Совершенно. Если первой частью можно бы поиграть, я еще раз говорю, там были всякие способности, классы, прочее, 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 то сейчас как-то этого всего не хватает мне очень сильно. Как бы странно это ни звучало. Я не знаю, может быть это альфа-версия, и в дальнейшем это как-то появится, что ли. Но пока что все-таки совет... Ну, чуть позже об этом скажу, свое мнение. Пока что мы все-таки... Я все-таки хочу что-нибудь скрафтить. Как здесь работает крафт? Так, пистолет, я хочу пистолет, но мне, по-моему, денег не хватит. Видно, просто нажимаешь и... Вы только посмотрите, сколько нужно, сколько у меня есть. То есть у меня есть ноль. Обалдеть. Что это такое? Я не хочу на это тратить деньги, потому что не понимаю. А вот это что такое? Амуниция. А, это фигня для амуниции черная, теперь догадался. 20 металла. Нафига мне здесь амуниция? У меня ХП не отнимается, у меня... Ла-ла-пам-пам, газ. Кирка. Так. Я могу купить кирку. Я даже не знаю, больше отнимает ХП, меньше, но я могу купить. Могу купить здоровье. Давайте используем здоровье. Ну, здоровье не изменилось. Я думал, он станет больше. Но знаете, как там 130, там 120. Нет, здоровье не изменилось. Еще раз магазин, что у меня есть. Металл. Металл 50. Так, ну-ка, сколько там пистолет нужен? А, не то, не металл. Это, походу, какая-то крутая кирка, хотя больше похожа на инструмент для скалолазания. Я не понимаю, очень мелкая картинка, ни черта не видно. Это что такое? Походу... ладно. Я жду, когда энергия кончится. Мне это самый волнующий момент в всей игре, что будет, когда энергия закончится. Честное слово. Пока что мы думаем, давайте скрафтим все-таки что-нибудь. Давайте вот биту скрафтим. Скрафтили биту. Непонятно, что лучше.
По идее, топор должен быть лучше. Ну, ладно, пиши что, побегаем с битой. Тара-пара-пам, пам-пара-пам, пара-па-па-пам. Осталось еще 200 энергии. Я думаю, может быть, если я буду прыгать, энергия закончится быстрее, я уже ставил красный. Я тогда вам зуб даю, сейчас я сдохну. Мне просто интересно, если вдруг вам тоже интересно, вдруг вы начнете играть, потому что в описании к игре ничего не было сказано ни про какую энергию, что она делает и что она дает. А тут на тебе. Подлянка такая. Ну, быстрее, быстрее кончайся уже. Осталось почти 100. О, еще дождь пошел. Шикарно. Тара-пам-пам-пам. О, скоро будем делать обратный отсчет. Это я кровоточу? Или это кровавый дождь? Но это видно, я умираю. Шикарная анимация. Ладно. Стоим на месте, ничего не делаем. Ждем своего конца. Я жду своего конца. Игра утомила. Скукотища страшная. Ну, быстрее. У меня даже ХП стало отниматься. Кстати, я только сейчас увидел. ХП отнимается и не восстанавливается. Вот оно как. Это когда связаны вещи. 8, 6, 4, 2, 0. А, понятно теперь. То есть энергия, когда заканчивается, ХП не восстанавливается, и ты рано или поздно умрешь. И почему это нельзя было сделать в главном меню в качестве описания того, что нужно делать? А, боже мой. Ладно, проехали это дело, возвращаемся в главное меню, пока я не сдох. Если вам нравятся интересные клоны Майнкрафт, которые вносят в игровой процесс что-нибудь новенькое, то игра Killcraft 1, тому хороший пример. Это хорошая игра с интересным, ну, как сказать, интересным, с необычным геймплеем, с прокачкой, с различными возможностями, с различными классами. Вторая же часть Killcraft 2, которую я сегодня показал, всем этим как-то обделена. Вроде бы это вторая часть, и она должна в себе нести все то же самое, что и первая, и плюс что-нибудь новенькое. Но как-то все как-то скучно, на мой взгляд. Но если вам все-таки игра понравилась, то идем на сайт smallgames.info, там ее скачиваем. Как вы поняли, русифицированную версию. Разработчику желаю успехов, чтобы он доработал все-таки первую часть, убрал все баги, которые там возможны, которыми попадались, продолжал работать на второй частью, все-таки внес в геймплей что-нибудь новенькое, интересненькое, потому что даже в самом описании всего игрового процесса он идентичен первой части. Поэтому если вам хочется знакомиться с подобной игрой, с игрой, где вы убиваете одну зомби одну за другой, то Killcraft 1 как раз хорошая для этого игра. Вторая часть понравится только тем, кому скучно, как бы скучно, хочется что-нибудь попробовать новенького. Кому очень понравилась первая часть, играть не советую, но ознакомиться можно. Так, для общего развития. Это был канал Indie Games Channel, я Даргон. Подписываемся, комментируем, ставим лайки и покеда.